Ну а сейчас мы с вами посмотрим по поводу разведки. Ну и в принципе некоторые горячие клавиши с вами изучим. Если мы нажмем на клавишу мышки, мы можем с вами включить клеточки для удобства считания и можем посмотреть, что на 5 клеточек вокруг героя, у которой нет даже в наличии никакой разведки, она может видеть, да? То есть это стандартные герои. Но помимо этого у нас есть, например, герой Жозефина, вокруг которой не 5 клеток она видит, а 6, если вы посмотрите по клеточкам. Дело в том, что у нее есть основная разведка. Она на 1 квадрат позволяет видеть больше. Благодаря этому она может приблизиться ко второму герою, у которого 5 клеток, и уже его видеть, а этот герой его видеть еще не будет. Есть у нас и вот такой вот герой, это Тан, у которого, если вы обратите внимание, вокруг тоже, кстати, 6 клеточек. У него тоже основная разведка получается. А снизу у нас здесь есть герой, который видит 7 клеток. Это Кира. У нее продвинутая разведка. Вообще оптимальный вариант еще экспертную разведку посмотреть. Сейчас мы все это дело исправим с вами. Вот смотрите, Фафнер у нас с экспертной разведкой. Она позволяет видеть на 3 квадрата больше, то есть на 8 клеток должно быть. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Таким образом, получается, что если нижний герой, которым у нас является Жозефина, перебросит армию на этого героя, и этот герой якобы с разведкой поедет дальше, то смотрите, какая может сложиться ситуация. Вот он уже видит героя, который здесь стоит рядом, но этот герой его еще не видит. Вот, и все, мы уже видим полностью Дарымит, мы видим, какая у нее армия, мы видим город и все остальное. Теперь давайте перейдем на сторону синего и посмотрим, видит ли Дарымит, что к ней приблизился Фафнер. Вот Дарымит, и она понятия не имеет, что рядом кто-то есть. Если она повторит ход... Видите, у нее даже не появляется какое-то движение, потому что у нее там ничего недоразведано. Поэтому она может уйти в какую-то другую сторону и позволить захватить ее же город и так далее. У меня не единожды были партии, когда я становился победителем только из-за разведки. Из-за того, что я видел, что делает соперник, когда он город бросает пустым, где находятся его главные герои, где ложки, которых можно подрезать. И благодаря этому просто на тактике пытался как раз переиграть его, грубо говоря. Есть и еще объекты, которые позволяют вам заняться разведкой на карте. Вот, возьмем, к примеру, Андру. Посещая глаз, видите, особо ничего не меняется. Но есть вот такая вот хижина мага, которая как раз управляет такими глазами. И когда вы посещаете ее, все места, на которых есть глаза, они подсвечиваются. И таким образом хижина открывает вам эти места и засвечивает, причем довольно-таки много. Если мы с вами посмотрим, какой радиус у этого просмотра. 3, 6, 9, 10. 10 клеток вокруг мы с вами полностью засвечиваем. Это довольно-таки интересно. Но опять же, эти объекты в основном встречаются на картах, созданных человеком, а не случайных картах. Поэтому навряд это вам... где-то пригодится в каких-то онлайн-турнирах, хотя если будет онлайн-турнир на фиксированных картах, созданных заранее, это вполне может стать определенной помощью для вас. Помимо этого, есть и немножко иные моменты. Так, Гервульф должен найти башню. Вот если вы захватываете... Так...
Вот, Вердиш, например, захватывает город-башня, заходит внутрь, и часто, когда захватывают эту башенку, ну, есть, в принципе, три варианта, когда вы новый город захватываете. Это либо не делаете там ничего, либо строите там таверну, покупаете новых героев, которые разбегаются в разные стороны, делая разведку, либо строите гильдию магов для пополнения маны и остановиться в этом городе, сесть, пополнить ману. Есть вариант, конечно, еще с цитаделькой, если соперник собирается на вас нападать. Но есть и еще один вариант. Если вы захватили башню, то можно построить смотровую башню, и вы засветите огромнейший радиус вокруг башни. Этот радиус 20 клеток во все стороны, ребят. 20, вдумайтесь, считаем. Раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. И так во все стороны. Влево, вправо, вверх, вниз и так далее. Ни один, ни два, ни три, ни четыре, ни пять даже героев не способны провести такой разведки. Поэтому, построив это здание, смотровую башню, вы тратите всего лишь 1000 золота, а на каждого героя вы тратите 2500 золота. Вы очень сильно экономите и время, и деньги. Так что, захватывая башню, ребят, не стесняемся, строим и сразу же смотрим, стоит ли вам в этой зоне оставаться. Возможно, нет смысла. Если есть смысл, то вы сразу же понимаете, где самые важные объекты находятся, на которые стоит обратить внимание. Возможно, засветите даже героев компьютера или героев вашего соперника. В любом случае, разведка – это один из важнейших компонентов, который только есть в игре. И игнорировать его, ну, никак нельзя. Еще один момент с вами рассмотрим, довольно интересный. Это момент быстрого захвата городов, который возможен либо на больших картах, где очень маленькие зоны и при этом довольно много городов, либо же на маленьких картах. Там, в принципе, зоны маленькие и города находятся близко. Я, будучи новичком, за это тоже был наказан. Как это все дело происходит? Идет некоторый разведчик, ищет города. Идет, находит один из городов, например, вот, или даже вот так вот, передается армия на какого-то третьего героя, и этот третий герой со своей стороны захватывает город. Ну, мы на некоторые города не обращаем внимания. При захвате города, если вы делаете ставку на быстрое количество захвата городов, вы всегда ставите таверну. В таверне покупаете нового героя, армию скидываете уже на нового героя. Этим новым героем едете, ну, допустим, этих городов нет, едем к крайнему, да, аж к вот этому городу. Будем считать, что это новая зона, захватываем здесь город, тоже садимся, отстраивается таверна, покупается новый герой, точно так же на него перебрасывается армия. Армии постоянно может становиться таким образом все больше и больше. Мы можем пробежать даже еще более длинное расстояние, захватить здесь город, сесть. Здесь тоже, опять, ну, здесь уже не хватает на таверну, но, в принципе, если у вас все нормально с ресурсами, то вы можете так захватывать за один день огромное количество городов, пробегать довольно большие расстояния и так далее. При этом оставляя на защите того или иного города даже какие-либо единички. Так что это довольно-таки интересно. Не менее частым случается, когда у вас есть, например, обзорное дерево, а у соперника нету. И вы с помощью этого самого обзорного дерева сразу же видите ситуацию на стороне соперника, а он не видит. Чтобы в этом убедиться, мы можем передать ему ход. Вот он вообще без понятия, где вы, что вы делаете и так далее. Там он может побегать шахты какие-то позахватывать, там вернуться назад и так далее. А вы на свой ход, зная о том, что у соперника происходит и что он оставил город пустым, можете просто через своего героя поехать, захватить его город, точно так же через таверну купить своего какого-нибудь героя,
и поехать, в общем-то, здесь у него, может быть, как-то скупиться и устроить ему, в общем-то, какую-то битву. Неожиданную для него. Или засесть внутри города и давать ему отпор там.